Ребята, всем привет, с вами Александр. Сегодня у меня суббота и просто рай, рай на земле. У нас как много здесь разных динозавров. Смотрите, вот это у наши диплодоки новые. Это у нас брахиозаврики, мои любименькие. Так, где тут даже литронокс? Вот у нас даже литронокс есть, которого тоже нужно собирать для какого-то там гибрида. И уранозавры, которых тоже нужно собирать для Дилара Урана, короче, там завра или фиг знает кого. Ну, я, наверное, буду собирать уранозавров, потому что буду того гибрида делать, для которого нам нужны эти существа. Так, где тут уранозаврик? Или он у меня... Уранозаврик, выходи. Я его вверх не мог поставить, тут его нет. Так. Я его качал, по-моему, да, уже? Качал или не качал? Так. Он тоже такой вот у нас легендарный. Ну, где же ты? Вот он, 15 левел, не, у нас эпический. Точно. Эпики. Эпики. Он нужен для Диларанозавра. Ну, а Диларанозавр нужен нам 20 уровня для Диларахейруса, ребята. Вот такие вот у нас длинные. Ну, для этого, блин, еще нужно вот этого парнишку качнуть. Ну, все упирается, в общем-то, в деньги. В конце концов. Но сегодняшний герой нас, как вы поняли с названия, из картинки, это вот такое вот существо, ребята. Это Туараламалох. Короче, Туарамалох. Да, это у нас был Парамалох. Вот этот вот, по-моему, гибрид, да, 20-й. Пришлось его качнуть на 20-й левел. Легендарный Парамалох, который сам состоит из паразавра и стигималоха, да. Паразавр обычный, стигималох эпический. Да, вот тоже, в принципе, хорошее существо на 20 уровне. 3600 на 844 с параличом опережающим. Неплохой такой. И Туарамалох. Мне хочется Туараламалох сказать. Туарамалох. Ну, 60 тысяч я пока не хочу качать его выше. Пока не хочу. Так, 3700. У него показатели послабее. Очень странно. У него показатели слабее, чем у того было. Ну, у него есть контратака, пассивочка, паралич не опережающий, что-то как-то странно, что-то не кажется мне он лучше. Скорость 126, а вот у тебя какая скорость? 126, такая же скорость, 3600 на 846, смотрите, здесь подмена с двойным уроном, опережающий паралич и паралич. 3600 на 844. 3600 на... А, ну тут больше жизни. Это на 150 больше жизни. Есть у него снятие отвлечения. Есть удар с подменой на 1,5 урона. У него есть замедлялка. Вместо опережающего паралича есть замедление. Но не знаю, блин. Так, спорный момент, что лучше. Опережающий паралич, знаете, тоже дает тебе возможность походить. Ну, вот такие дела. Давайте читаем. Считается, что огромные защитные шипы этого супергибрида могут быть чувствительными, как иглы у морского ежа. Причина такой адаптации пока неизвестна. Чувствительные. Да, они очень грубые, здоровенные. Что там им чувствовать? Печенку тиранозавра? Или там селезенку аллозавра? Нифига себе, смотрите, у него какой такомайзер. Стегозавр отдыхает. Здесь вон два такомайзера в одном. Ну, в смысле, шипов в два раза больше. Не четыре, а прям вообще, ну, больших. Вон, и по центру даже есть шип. Ну, такой вот парнишка. Так, что у нас здесь? Пока ничего нет. Сражаться мы будем в эпической башне. Я вот здесь где-то вот стою. И башня у нас непростая. Короче, мы сразу бросим его в бой. Ваши соперники, команда разных существ с высоким уроном. Простоять им существа с высоким уроном и способности вроде наскока. Ну, то есть, ну, снижающие урон.
Так, давайте мы сейчас тогда подкорректируем нашу команду под это все дело. Ну там типа брахиозавров всяких поубираем, конечно же. Ну, в принципе, вот, вполне себе. Смотрите, у меня собралась команда всех существ 20 уровня и выше. Ничего себе, докачался. Докачался, ну, с пробивающей скрич. Вот получается, понимаете, что вот динозавр, аланкилозавр вот этот, блин, он как-то мало применим. Вот хищники с большим уроном, они все пробивают сквозь защиту практически. Такие вот странные дела. Так, смотрите, я уже сколько уникальных создал. Магнипиритор. Как там? Кто у нас кто? Блин, забыл, вылетел с головы. Как там? Трикозавр, все правильно. То, что я хотел сказать. Трикозавр. Тоже с тагомайзером Пармалох. Ну, вот такая вот у нас команда. Это, в общем-то, все равно, что на арену пойти. Посражаться в этой эпической башне. Так что, ну, давай. Ну давай, давай, давай. Начнем вот так. Посмотрим. Начинать будем, в принципе, с нашего Турамолоха, потому что у него скорость выше. То есть все эти наши хищники имеют скорость ниже. То есть, в принципе, мы сможем проатаковать. Ну давайте с него начнем. Вот красавчик какой. Так, Тирекс. Мы атакуем первыми. В принципе, будем его парализовать на следующий ход. Первый удар мы принимаем, он не шибко быстрый. Ого! Ого! Ну, у нас контратака типа еще есть. Ну нифига себе, это был первый удар. Сейчас, вот это был полтора, сейчас будет двойной урон. А хотя не, по-моему, это вообще был обычный удар. Так, ну если он не парализует, то ему точно хана. Так, парализовал. Молодчинка. Теперь удар с подменой. Но он пробьет его. То есть, ну, это одного вынес. Хотя, в принципе, подменяться не надо было. Что-то перестарался. Нужно было на следующий ход это поддержать. Ха! Ну, у нас появился вот кто. Так, теперь против Гаргозавра. То есть, его более мелкий родич. Вау! 1700. Это было усиление, а вот следующий ход будет, это будет болезненно. Вот так. Ну, в принципе, можно опережающий бабахнуть. Ах, ты ж выжил, гаденыш то какой. Ну, добиваем. Ну, вообще-то, да, мы тут просто избиваем их своими травоядными, уничтожают хищников, при том, что уровень у нас плюс-минус один, там, одинаковый. Теперь самый мощный ирритатор, да, 21 левела. Ну, ладно, давайте будем все-таки подменяться. Хотя вот я бы и не хотел подменяться. Ну, в общем-то, и все. Ну, уровень противника у нас будет расти, я так понимаю. Первая победа. Бой номер 2, ребята. 20, 21, 22. Так. Ну, берем, естественно, нашего героя. Давайте магнипиритора возьмем. Какая скорость у магнипиритора сейчас нужно проверить будет. Так, ну кстати, там же кто? Там Секодонт. У него есть иммунитет к параличу или нет? Так, у этого 129, у этого 128. Ну, 108. Эх, блин, шустрые ребята. Да, чем все уникальные существа должны быть либо быстрые, либо я не знаю, кем они должны быть. Так, это обычный Алыч у нас, да? А броня у нас вообще есть? Ух ты, кританул-то как!
Брони нет, ну как-то странно, да, имея такие шипы. Ну и все, вот, да, первая смерть. Не сработал, короче, паралич. Ну давайте магнипиритор. Ам-нам-нам, и съели его. Кричит так прикольно. Кстати, я видел ролик, там, где были жабы, ну, разные жабы, как они кричат. Это забавно. Они как коты мяукают. О, с критом. Да, кстати, это же у него неплохой шанс крита. То есть он 20%, но как-то довольно часто попадает. Так, что у тебя? Иммунитет, конечно же. Есть усиление? Ладно, тогда не усиление. Снимем на следующий ход. Вот он себя усилил. Да, был бы крит, он бы нас пробил. Блин, за косарь бьет. А, усиление фигушки, оно на один ход у него работает. Ну, в общем-то, мы его нейтрализовали в любом случае. Так, бой номер 2 выигран. Так, ну и теперь самый ответственный бой, ребятки, да? Берем вот тебя, тебя берем. Тебя берем. Кого еще взять? Ну, давай тебя. Наши демагеры, да, их легко вообще понерфить, типа вот снижение, типа брать каких-то рапторов, раптоидов, раптоидов, да, вот так звучит лучше. Просто им снижать урон, у них нету ударов по очищению, то есть они бы там вообще отгребли. Ну, 1,5 урона сейчас нам прилетит. А, блин, надо вот этот удар использовать, что-то я когда затупил, он уже больше урона наносит. Ну давай, не подведи. Подвел. Нет, не подвел. Вот, теперь я не буду подменяться. Мы еще сможем следующего проатаковать. Все-таки скорость высокая. Смотрите, какая прикольная тень у него. На стегозавра похож. По своей тени. Так, ну все, тут время драть когти. Оу, трики-трики, давай, сейчас как раз он получит по шарабану трики и ответит сразу. На 700, блин, ответ просто дикий. На тебе, понерфим тебя. Урон там какой-то, 200, да? В 1000? А почему он в 1000 смог? У нас же минус 90%. Вообще непонятно. И он, мы даже быстрее. Трики быстрее Гаргозавра оказался, да? Так, ну щит у него здесь, конечно, не приканает. Хоть против этих ребят. Ну давай. Ну, блин, он с критом не пробьет. Это контратака и атака. Ну, опа, красавчик, кританул. Так у него крит был практически на всю его жизнь. 450. Молодчинка, нравятся мне трики. Трики просто молодец. О, 13 тысяч монеток. 5 кострей. Слушай, насыпьте мне обычного Дилофазавра Gen 2, блин. Вот я вот все жду и жду, пока мне его насыпят. Потому что их ловить, представьте себе, 4000 наловить. Это, блин, 20 штук нужно поймать. И отстрелять хорошо. Ну, неплохо хоть что-то. Так, ну давайте еще попытаемся сходить на обычную арену, если повезет. Найти противника, и нам в команду попадется наш новый гибрид.
Противник, выходи. Так, у нас моя любимая на данный момент арена. Руины. Выберите тварючку. 126, 126, 128. Ну, давай. Давай, магниперидор. Так, а этот скотина быстрее будет. Нет. А это... А, вот это его другой родич там пошустрее будет. Так, это у нас снимает положительные эффекты. А у него что, буст есть? Или нет у него буста? Да, вроде как нет у него буста. Ладно, прибережем пока этот удар. Кровотечение. Не было кровотечения. А, у нас иммунитет. Нам по боку на это все дело. Так, минус один. Ну, магниперитера надо вкачивать, у него жизни мало. 2300 это мало, тут нужно хоть 3 штуки как минимум. Ну-ну-ну, кто-кто-кто, кто на нас? Так, Трагодистис. Отлично, я тебя ждал. Это была контратака. А это был, собственно говоря, удар. Но у нас иммунитет. Извини, дорогой. Мы тебя так добьем. Ах, ты ж... Блин, вот эти вот... И скажи, что пробьет. Блин, а чё ты так больно бьешь? Двойной урон. А ну, давай тебя. Вот эти, блин, понабирали в топовых командах. У всех вот этот есть Дракорекс обыкновенный. Потому что он дико больно бьет при замене. Так, ну, это нам не страшно. Мы с ним легко разберемся. Опережающий, конечно же. Ну давай, подменяемся. Но у него опережающих нет. Туарамалох. Так, ну нас типа замедлили. Но мы проконтратаковали. И забираем скорость обратно. Ну, выживем, выживем. Должны выжить. Контратака. И добили, наверное. Да. Так, ну это только два было. Ага, ну у них кто-то уже не добитый, да? У него Зуха... Зуха-Зуха, да, там остался? А, Трагодистис. Черт. Ну, блин, посмотрим. Пробьет, да? Ах ты ж гад-то такой. Ну, хана ему. Хотя у него 40% брони. Блин, один хелс, вы это видели? Один! Длительная непобедимость на два хода. Ну это же не против паралича-то. Хотя можем два хода в параличе продержать. Раз такие дела. А вообще я мог подмениться на индоленса. Один хелс, ребята. Такое бывает редко. Ну ничего. Давай, паразаврик гибрид. Офигеть, это читерский козел Дракорекс. Реально, он же мог меня пробить.
Блин, за этим надо следить, это как Джокер в колоде карт. Жесть. Не знаю, интересно, его оставят таким или понерфят. Но он реально, как бы им не надо сражаться, он просто должен быть в команде. Он в топовых командах, ребятки, находится. Давайте сейчас я вам это вот покажу. Вот смотрите, открываем. Топовая команда, смотрим. Так, в первом месте нет. На втором месте, вот он, 29 уровня. Не знаю, как можно докачать обычного на 29 уровень. Так, у третьего нет. Четвертого нет. Пятый есть. Ну вот, как бы еще не все расчехлились. Но опять же, блин, как его качнуть обычного динозавра на 30 уровень? Как? Ничего себе, 30 левел. Это же нереально. И ну и тут дальше, вы поняли. Короче, он у большинства топовых уже есть.